Всем привет, с вами Тед, и сегодня мы посмотрим просто крутейшую игру Протосс против Зерга в StarCraft 2. Собственно, вот у нас Протосс начинает в правом верхнем углу, и Зерг в левом нижнем. И уже с самого начала начинается что-то весьма подозрительное, заметьте. Протосс не идет, не делает никакую стирку у нас на натурале, он ставит, конечно же, пилон, и можно присмотреться и догадаться, что здесь будет глухая стеночка. Скорее всего, это будет гейт, и, конечно же, это будет второй гейт, или что еще может быть? Это газ. Вот. Тем временем Зерг, в принципе, начинает у нас достаточно стандартно. 17-я хата. Успешно ее ставит. Можно, в принципе, отдалить экран. Так будет удобнее наблюдать. И ничего не подозревая, бежит. Летит, точнее, оверлордом разведывать. Смотреть, что же будет там происходить. А Протосс тем временем у нас, заметьте, поставил фаржу. Да, то есть он наглый Протосс, который поедет сейчас в фотоне Зерга. Поедет отменять ему хату. Отлично успел пробка вернуться от нашего великолепного оверлорда, который не заметит, пока не долетит до натурала, что ждут фотонки. И посмотрите внимательно, где он начинает ставить пилоны. И это весьма коварная тактика. Тут идет кибернетка и фотонка сразу же вслепую. Это, конечно же, поможет отбиваться от 12-го пула, потому что Протосс точно так же, как и Зерг, не имеет ни малейшего понятия, во что он играет. Он не имеет вообще представления, что его сейчас ждет. И поэтому он начинает с фотонки. Эта фотонка, конечно же, никак не достанет до второй базы Зерга. Она ему ничем не угрожает, но она будет мешать выходить воинам, зерлингам наружу, мешает распространяться крипу, и сразу же идет робо-батарейка, и мы уже понимаем, что нас ждет в этой игре. Понимаешь, нас ждет Immortal Push. Да, Immortal и призма, и все это под батарейками будет идти и сражаться с Зергом. Зерг же уже, давайте посмотрим на его реакцию, уже понял, что он играет против однобазового Протосса. Он начинает, естественно, сразу с спайн-кроулеров. И посмотрите, Зерг на этом моменте, он думал, что это прокси-зелки. Но тут он понял, что это фотонки, ему не надо эти плетки, он их моментально отменяет. Давайте смотреть, что будет происходить дальше. Ставит второй газ, то есть он будет отбиваться, хотел сказать, через равагеров, но нет, это бейлинг-нест, он будет отбиваться через бейлингов. Пока что Зерг не представляет точно, против чего он будет сражаться. Но я думаю, он догадывается. Хотя, на самом деле, странно, что это Беллинг Нест, потому что отсюда же могли и грелки прилететь. Но, наверное, по расположению зданий он решил, что все-таки это робо. Все-таки это будет такая история. Вот. И начинает, собственно, копить собак. А Протосс тем временем выходит первым Иммортелом. И Immortal сразу же начинает обрабатывать хэтчери. Аккуратно, по удару, по чуть-чуть, потихонечку, помаленечку начинает наносить урон. Ему нужно быть очень аккуратным. Зерг тактически подходит, снимает щиты Immortal. Это плохо. Immortal дает немножко сдачи к вине. Все, значит, начинается битва. Половина жизни у хэтчери нету. Immortal под батарейками, под фотонками. Отлично себя чувствует. Сражается, выходит его друг на помощь. Два Иммортала у нас. И здесь собирается Рава Беллингов сейчас будет врываться. Мне кажется, Зерг собирается попробовать проломиться сквозь воинов Протосса. Хэтчери теряются жизни, Беллинги врываются. Взрывают половину обороны Протосса, но батарейки сзади хватает. Хватает батареек сзади, они помогают выжить оставшимся фотонкам. Достраиваются еще новые батарейки-фотонки. Иммортал продолжает прессинговать, убивает Квину, убивают хэтчери, все. Зерг остался без второй базы. Ну, это жестко.
Это жестко на самом деле. Начинается уничтожение личинусов. Личинусы уничтожены. Что будет дальше? Какой следующий ход? Лэр идет. Смотрите, Зекто принимает такое вот решение. Решает, что неплохо бы сейчас было построить лэр. Возможно, это будет... для чего ему лэр? Это либо Нидус, либо Амута. Будем смотреть. В принципе, могу всем предложить сейчас взять, отвлечься и в комментики написать. Что вы думаете, сейчас сделает Зерк? Это будет... Мута или Нидус. Вот, поехали дальше. Оп, вылетает призма. Все, с призмой Протас будет смелее. Смелее подниматься, но ему придется контролировать своих юнитов. Потому что собаки могут в любой момент окружить имморталов. Окружают, не дают им выйти. Призма подбирает одного, второго, третьего. Ой-ой-ой, какой микроконтроль. Это очень круто. Еще раз собаки нападают. Нет, имморталы не могут бить. Они не могут бить, когда их окружают. Но призма спасает ситуацию. Нужно отойти полечиться. А Протас тем временем у нас добавляет парочку гейтов и начинает учить варп-гейт. И добавляет второй газ. Ладно. Так, появляется обсервер. Он видит теперь все происходящее. Видит ли Протас? Да, Протас видит, что это шпиль. Протас понимает теперь, против чего ему предстоит сражаться. Он останавливает, он больше не строит имморталов. Он понимает, что самые большие проблемы сейчас у него будут только против моталисков. Сможет ли Протас справиться с моталисками? Кстати, можете поставить себе лайк, если вы проголосовали, что это будет не Нидус, а моталиски. Вот. Муталиски точно победили. Итак, Протас пока стесняется подниматься. Ну, нет, вот немножко решается. Обрабатывает пул. Все по чуть-чуть, потихонечку обрабатывает. Срываются зерлинги. Начинается жонглирование имморталами. Один за одним. Они ведут бесконечный бой. Не дают спокойно отдыхать. Но здесь построился версир. Убирает обсервер. Теперь будет тяжелее справляться со всем. Ну, выходят первые сталкеры. Сталкеры заказываются еще без варбгейта. Успеет ли Протас подготовиться к вылету моталисков? Посмотрите, три мортала и призма. Это напряженно. Пул убит. Все, теперь ничего, никакой угрозы нету, кроме моталисков для Протаса. Успеет ли он? Выходит четвертый мортал выходит, ребята. Сталкеры, мне кажется, хватает войска Протаса. Зерга ждет последняя атака. Посмотрите, последняя атака Зерга. 19 киллов у одного иммортала. 0, 13, 17. И это просто беспощадная битва начинается. Взрываются беллинги. Призма пытается убить призму. Иммортал в призме умирает. Нет, выжил, успел Протас высадить. Остается три моталиска, все три иммортала живы. Умерла только призма и один иммортал. По потерям у нас 6-82. Катастрофические потери терпит Зерк. Приходится срывать рабочих. Но, мне кажется, уже Протаса здесь не перебороть. Протаса очень много. И он точно одерживает победу. Ох, да. Это была жаркая игра. И предлагаю всем еще раз комменты написать. Как думаете, сколько киллов в сумме у трех имморталов? А мы сейчас это посчитаем. Жалко, четвертый, конечно, умер. Итак, это 22. Это 9. 31 килл. И это еще 22. 53 килла на трех имморталах. 53. Имморталы просто сокрушили все войско Зерга. А с вами, ребята, был Тед. Обязательно подписывайтесь, смотрите следующее видео. Всем до новых встреч!